have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет. Всем доброго... доброго времени. Да, доброго времени суток, дорогие друзья. Начинаем нашу программу для тех, у кого поехала крыша. Мы начинаем начинать. Обещаем обещать. Не надо было залазить, может, что-нибудь другое подождем? Все, я поехал. Нет, мы собирались как бы на этом, если что. Ой. Залезь, сядь. Может... В унитаз! О, дред спел хорошо. Все, смываемся. В общем, я вас сегодня повезу. Передавайте за проезд. А мне кажется, можно, в принципе, передом ехать, да? Нет. Ну так чисто в теории. Ну ладно, давай вот так вот передом. Сделайте первое лицо, вообще зашибетно будет. Спасибо. Перед такими советами советую подготовить пакетик сразу. Если понадобится. О, крыша поехала. Ой! А! Вы меня забыли! Кажется, я вылетел вместе с креслом. А ты отвалился? Меня выкинуло. Дред выдерживался. Мы сейчас еще выжили. Может, катапультироваться нельзя. Надо прямо в авианосец летать. Вы что, победены? Победены. Ой, нет, я не победен. Дред, если я скажу выпрыгивать, значит надо выпрыгивать. Мы не выпрыгиваем. Нам придется катапультироваться, наверное. Нет! А что за динозавр? Нельзя катапультироваться. Это кабина заблокирована. Это путь настоящего камикадзе. Дред, я настоящий... Кто я там сейчас скажу? Смотрите, я скину родивого Соника. Дред, я Панзерштрек. Я ничего не имею против японского императора. Молодец. Так, вы где? Это вы где? Я на спауне. Я давно на спауне. Я на спауне. Ай, башка. Хорошо, куда мы? Пошли. О, пошли на маленькой машине. Идите к дому за две победы, там, где. А, помню. Это в выпуске было, вы там еле сели. За две победы в Хаосе, наверное. Так каждый раз отсюда выбирать. Это вот какой? Ниже. Вот этот? Да. Давай. Его кто-то уже заспавнил. Вы в большом доме? Нет, за две, этот дом с машин, трейлер. Нам этот человек будет очень сильно мешать. Ну, в гараже? Хорошо, это крутой транспорт. Что тут происходит? Где, блин, я в доме застрял. Дред, пока. Ты что, уехал? Я через окно выпрыгнул. Тут с гаражом или нет? Нет, это вообще не дом. Трейлер с бассейном и машиной. Жалко, в бассейне мест нет. Прикинь, джакузи. Джакузи на колёсах. Сейчас, через 20 секунд он заспавнится. А, кстати, джакузи на колесах это яхта. Да. Это яхта-амфибия, вы ничего не понимаете. Блин, Фрум, ты хочешь сделать челлендж? Сними видео, где ты будешь один пытаться скатиться с этой горы без... У меня был... Куда? Стой, нет! Куда? На машину быстро! Нет. Попробуй. У меня получилось. Есть, я в тачке. Я в домике. Нет, стой! Дом сзади тебя, прыгай туда. нет, нормально. Слайк! Он не успел. Что? Спасибо, Слайк! Спасибо! Мы сейчас облетим вокруг земли, приземлимся на финиш просто. Я делаю лицо. А вы знали? Да, это как раз таки вы заметили то, что здесь есть второй финиш. Так я уже знаю. Я был на втором финише 3 раза, даже 10. А что там, дает что-нибудь? Да ничего. А я, кстати, все, я выполнил твой квест, адмирал. Я без всего долетел до конца. Красавчик. Давайте в туалет. Так я и говорю, давайте... Давай, пошли в унитаз. Пробовал это, у меня получилось со второй попытки. У меня это получилось случайно. Тут это двухместный туалет? Да, двухместный. Отлично, давай. Тут еще мыло посередине. О, я, кстати, еще на втором финише. Нет, это реально мыло. Мы держимся за мыло вместе. Не роните подожди. Мыло в туалете. Мы поехали на туалете. Все, ребят, пока. Стойте, куда? Там мыло два места. Не уроняй мыло. Это самое важное. Я погнал за вами. На чем? Врум, врум. Ты ну что, лиц сломал, как ты мог? Нет, у нас была досточка уже. Воу! Ой, как больно, наверное. На мыле доедем! Не-не-не-не-не.
Мы не умрем, я тебе говорю. Лети? Ну я не умру, ладно. Черт. Так, короче, я предлагаю. На чем я? Я умру. Я предлагаю купить мне Game Pass, сколько он стоит. Если ты будешь покупать что-то, то купи что-то нормальное, наподобие Краси Краб или паровозик. Вы зачищаются все дома, погодите, почему? Ходите на Доре. Нет, на Доре? Да, какая? Да, на 800-миллиметровый, да? Дред хорош! Я могу купить что-нибудь за 35. Это, я типа, сломался. Дом собаки могу купить. Купи дом мороженку. Офигеть, народ, я доехал без дома на собственной заднице. Молодец. Что мне покупать мороженку? Я не знаю. Я делаю вложение в ваш канал. Так, сколько? Мне засчитали победу за это? Да, мне засчитали победу за это, офигеть. Тогда возвращайся на спаун. Я тут. Так. Чё, на мороженке? На, да, где? Зачем? Ну, я ее купил. Зачем? Не знаю, но я хорошо, ее уже где она? У вас нет выбора. Только Game Pass. Вот Game Pass. Тут. А, нет? Будет. О, ну-ка. Ты купил Game Pass? Погнали. Это сэндвич. Дред, садись. Слушайте меня внимательно. Сегодня мы нападем на Китай. На мороженке? Да. Это троянская мороженка. Знаете, какая фраза сейчас была бы уместна? Stay cool. Давай. Не понял. Она бронебойная какая-то. Кстати, да, печенька неплохо держит удар. Нет, что-то она разваливается. Разваливается, но мы-то пока что... Печеньки крошатся. Не-не-не-не-не! Нет! Фух, блин. Печеньки не свежие просто, они крошатся. Не, она наоборот... У меня сейчас скорее, по-моему, уши отвалятся от этой музыки, чем развалится этот домик. Слушай, музыка приятненькая такая. Не, просто понимаете... Если кто-то умеет петь! Печенька... А она неплохая, в принципе. Печенька хорошая штука, но... Да. Ой-ой. Ой! Нет. Блин, я поздно. Это из-за вас всё. Это нет. Это тот, кто прыгнул, это его вена. Вена? А геймпас он разовый или там еще можно чем-то проехать? А геймпас это только на одну штуку. А, я понял, хорошо. Ну его 35 робоксов, мне понравилось мороженка. Мороженка очень крутая, если бы мы еще доехали. Я еще тогда ещё говорил. Раз? Не-не-не, жаль, робоксы на это тратить. Нет, хорошая штука, но жаль тратить. А не, я могу еще раз ее заспавнить. За бесплатно? За бесплатно. О, давай. Ну если за бесплатно, тогда да, но только серьезно за бесплатно, да? Да. У меня один робокс остался, чего от меня хотите? Это прозвучало неубедительно, ну ладно. Блин, у меня вот сейчас сколько? Я купил два Хирохита за... Я купил Хирохита. А, я понял, императора. Как же круто звучит. Рахит он покупает. А я купил... Это... Ну не знаю, из последнего, что я покупал вот эти самолеты вокруг меня. У нас лишний. Да чёрт с ним. Последнее, что я покупал, лучше не буду показывать. И втявш? Это что такое? А, я понял. Вот смотрите, такое. Всё. Это и втявш. Я попробую запомнить, по-моему, это слишком эпично. Ифтявш. Ой, какая же хорошая. В этот раз целостность мороженки была нарушена сильнее. У нас... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Всё. Ушла мороженка. Прочините. Я катапультировался. О, ключи от первого лица. Почти, я почти долетел обратно на трассу, черт. А я на машинке каким-то образом буду сейчас ехать. Так, да. А давайте. Смех смехом, на туалете-то я доехал. Видите эту машинку, которая едет, это я. Да? Да, это я. Счастливого пути. Давайте на горящем доме давай. Поедем. Давайте. Мне не нравится. Он на двух дом. Победах, если вон. А, меня сносит. Хотя, он вообще огонь. А, крутые шуточки. Ну, а чего ты ожидал? It's fine. Япония, ой, нет, лучше второй этаж.
Насчет X-Fine шуточки покруче, но их никто не понимает, поэтому шуточки «Дом огонь» заходят больше. Стоп, X-Fine? Я знаю эту шутку, где собачка сидит в огне. Ну такие говоришь, что... Нормально. Все нормально. Все хорошо. Такая, все нормально, да. X-Fine, да. Мы сейчас по на крыше поедем, ставлю ставку на это. Как мы на ней поедем, если она отвалится? Чуваки, я на машине... Да я отвалился. Ты что, крыша, что ли? А я говорил, не надо было на первом этаже садиться. Да, поэтому по-моему, я третий этаж не так уже отличается от первого, и то размотает сейчас. Давайте на самый бронированный хороший дом, который... Надо было на втором, верно? Возможно. Фром, ты еще там этот? Держишься? Я еще тут это, да. Я ухожу в отрыв. А мы все. Прикинь! О, я тебя вижу, это ты. Я на стульчике. Чуваки. Набирают центробежной силы. Давайте самый крутой дом, который... Турбореактивный стул? Да. В прошлый раз я приехал на финишную задницу, теперь хоть на стуле приеду. Ну, хотя бы что-то. Сейчас мы приедем и скажешь, на чем ты хочешь поехать, потому что... Ты офигел! Вы че? Еду, и тут меня крыша обгоняет. А, это крыша кости краба, кстати. Да. Так, стульчик, прости, но я пошел. В меня стул прилетел! Это не мой. Все, победа. Ты не взял эти ускорялки? Не, куда, что выйти? Слева, налево посмотри, вот я. Сюда иди. Идите сюда. А где... Где у нас вот это победный дом? Да, это победный дом. Давайте на победном доме. А где адмираль? Да. Адмирал, ты где? Адмираль? Адмирал? Я сейчас. Дредд императорский, одна штука. Одна штука. Один штука, надо говорить. Один штука, папа. Мы тут на победном доме собрались ехать. Ты хочешь победу? Ура идет. Что такое папанцы? Скандрик. Ладно. О, хомячок бегает. Смотри, как я могу. Вы сейчас похожи на койота и страуса раннера вот этого. А ты чё? Ты как? Мне нормально, а тебе? Читер ты. Хлеб! Я тут! Хлеб, иди сюда. Мы вот здесь. Вот, давай, подходи сюда. 30 секунд осталось, и поедем победу получать. Единственное, что, по-моему, мне кажется, там три стульчика. Четыре. Четыре? Ну хорошо. Пять. Кто больше? Господи, адмирал, ты что сделал? Что? Что он сделал? Ой, да ничего. Так. Курточку прикупил. Ой, блин, пора свои скины в Роблоксе делать. Да запросто. Все, садимся. А что раньше-то? А, четыре реально. Я как в окно-то вылез, чтоб тебя... Залезай! Да, четыре стульчика, хорошо, залезай, все. Залезай, не вылезай. Кого залезать? Если я кого-то сейчас залежу, тут будет насмерть. Блин, у меня чувство дежавю. Я этот дом видел где-то у себя на даче. Ты хочешь сказать, что мы угнали твой дом? Да. И такой, приходишь на место этого дома, и его там нету. Знаешь, там это горка, он по ней съехал. Легкая пошарпанность. Зачем? Что он говорит? Куда? Почему? Адмирал. Он сказал коту... Прощай, кстати. Что называется пробел. Как в летучем доме. Земля, прощай, да? Ой, добрый, да, он реально хорош. Корабль. Дом. А дом реально хорош? Дом офигенен. Я тебе говорю, если нас не выкинет сейчас за... Бордюрку? Да, если он сейчас за борт не выкинет, то мы победим. Это же не зря дом победителя. О, я знаю, как вот эти... Меня катапультировало! Нет! Скорее! Я один остался в доме, да? Короче, меня вместе со стулом выкинуло, и получилось как в космосе. Я отбросил от себя стул, и меня бросило в обратную сторону на трассу. И я живой! Я не знаю, что ты наделал, я собираюсь выиграть. А я... Меня тут колбасит прямо, как это, но...
О, давайте на Макдональдсе поедем уже, а то я очень не хочу. А, давайте, я уже забыл, что такое Макдональдс. Лично я нет, я недавно был не в стране. О, я поздравляю, был а где? Точке. Что такое Макдональдс, я не знаю. Блин, я... Не, ладно, ладно, можешь не говорить запросто, хорошо, без проблем. А где тут, Мак? Идите направо, правая часть, полностью вперед, пока меня не встретите. Я столько песен не знаю, чтобы идти направо, пока тебя не встречу. О, вижу тебя. Вот тут. Не тыкайте на кнопочку. Чку. Четыре победы. Ну, так я не смогу тыкнуть на кнопочку. Валим. Тыкайте на кнопочку, садитесь на стульчик. Где? Джоджо. Это ведь Джоджо? Кто? Аппарат с мороженым поломан? Наверное, да. Ну, то есть не существует же Макдональдса с рабочим аппаратом мороженого. Что сегодня на обед? Блин. Мы не доедем сегодня на... Нет, сегодня на обед это древнее итальянское блюдо, да? Жрючо дали. Мой стул вырвало. Меня моментально просто выкинуло из окна. Из окна. А еще и убило, да? А я так понимаю, я остался в Маке один. Да. Я сразу же вырвало. Я пока что прокачусь на вот этой фигне. Пока вы там колбаситесь, чтобы не ждать вас долго. Ну, я с этим тоже быстро сдохну, но все же. Я выиграю! Давай. Выиграй. Я останусь, это на-на-на-на-на-на-на. Не выиграешь? Блин, я теперь знаю, когда мы будем в следующий раз играть в Naval Warfare, я знаю, что я делаю. Круто. Ты говоришь, что у тебя последняя почка выпала? Или что? Да, последняя почка выпала, не безопасно. У кота? Бедный кот. Больше нету у меня почки. Артём, я подумал, что это было. Господи. Что? Да ничего, видео прикольное увидел. Ладно. Что там происходит? То есть ты там едешь в Макдональдс и смотришь видюшки, пока мы тут мучаемся, пытаемся выиграть. Да? Я, кстати, уже приехал. Да как? Я ж этот на гиперреактивном стуле полетел. Стой, а когда в этом... Привет, кто? Я. Привет, я. Человек, который не смог активировать подарок. Привет. Да, здорово. Ты уже рассказал, да? Дед яичнику мне рассказывал. Короче, я ему сегодня решил нитро на день рождения прошедшее купить. Но он, короче, активировать не смог. Почему? Потому что у него нет карточки не из России. О, черт. Да. Так, народ, вы в каком состоянии? Где кто находится? Я в полумертвом. Я получил новый корабль, давайте на нем прокатимся. Сейчас приду. Последствия кстати, сейчас не считаются. Кстати, заметьте, я магистр канистр. Как только я зашел, адмирал замолчал. О, новый видос по стрей, потом посмотрю. О, окей. А я их принципиально не смотрю, чтобы сначала пройти игру, а потом смотреть видосы. Ну так ты уже прошел? А-а. Я близок к финалу. Фига себе. Где вы? Я тут в начале торчу. Залезайте на ее как только это смотрите, сделали, хороший, доступный. Залезайте на второй этаж. И до самого конца. Давайте дождемся эту десертницу. Скажи, к какому дому телепортироваться? За 50 лет. За 30? Господи, надеюсь, я живым до тут доберусь. Это в самом вот конце. Да. Дежавю. Стой, не тыкай на кнопочку. Больше не тыкай на кнопочку. Iron the Street. Куда бежать? Iron? За 50 лет домик. Железо на улице. А я сейчас знаю, как он выглядит. Как он выглядит? Ты фиг ли летаешь? 50 побед внизу написано, на втором этаже. Глянь, на хвосте летают. Тейлз. Тейл. Он Тейл. Тейл, да. Что-то... Хвост такой. Почему в доме? Меня поймали в джакушку ловушкера, помогите. Что ж, думаю, нам придется адмирал. Поехать втроем. Пошли. А, вы чего не говорили, что на втором этаже? На второй этаж. Я вас по пути поймаю. Мы тебя ждем, все, давай. Это вы на боку пали?
Да чтоб тебя лестница. Опа, ё, дурацкая лестница. Дурацкая лестница, согласен. Что, куда? Что? Что произошло? Что? Нас просто обнулили. Чё? Почему нас обнулило? Ну вот и прекрасно. Куда телепортироваться? Шум, ТГД. Понял, я на спауне, второй этаж 60 побед иду. Как второй этаж? Ага, вот вижу второй этаж. Дом на дереве. Так, адмирал, все, давай. Что, 50 или 60? 50! Да. А? Забей на все прошлые обиды, все нормально. А давайте без этого. Я мои родственники на день рождения. Ехидный смех космодесантника. Так, о, привет, Зигма. Здорово. Я смотрю, ты поменялся для видео, да? Кстати, может мне тоже скин поменять? Ну ладно, залезайте. Поехали. 3, 2, 1. Побежать, побежать, бежать, 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 бежать. Сюда, куда-нибудь сесть. На диван. Отлично. Диван. На диван не садиться. Как быстрее ступу. Давай на второй этаж. А тут я уже на уже. Бам. Меня прокинуло. Главное, не набирай скорость. Не набирай скорость, не набирай скорость, скорость. Меня, короче. Набирай скорость! Знаете, что произошло? Во-первых, я вас сейчас догоню, потому что я... Че, угроза-то сразу? It's time to go. And it's time to go home, да. Так, 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 осторожно. Так, раз подлет, один подлет можно вытерпеть, второй уже... Фу, стой, нестабильный. Лечу. А это пятеро, я хотел предложить спектр. Это фильм про Бонда? Нет, это что-то типа фазмофобии. Мы там со Слагом в последнее время обитаем конкретно. Надо будет посмотреть как-нибудь. Но он только на 4, к сожалению. Да, нас 5, поэтому. Но есть такая шикарнейшая игра под названием Плазмофобия. В которой можно даже поиграть. В которой можно 8-ром даже поиграть. Как выйти из этого ада? А, вот. Там, кстати, есть режим выживания, там что? Можно больше людей поставить. Интересно, как может попробовать потом? Ты видишь этот дом? Посмотри наверх. А вы что, еще живы? Ну. Как сказать? Это наш? Мы с Румом, да. Это наш дом? Да. Как офигенно вовремя я выпрыгнул. Что ты с ним сделал? Это не я. Дезерт, шаришь за альтернативных живых? Да. Этернал там все-таки прошел. А, точно. Я вовремя просто катапультировался. Ладно, ребятушки, думаю, на этом серию будем заканчивать. По-моему, прикольно получилось. Пишите, как вам, что вам. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока-пока. До свидания.